1, 2, 1, 2. Check the microphone. Все ли работает? Все ли отлично? Open Liga. Серьезные ребята. Между прочим. Сейчас будут на экранах. Всех телевизоров страны, мониторов. Значит, кто у нас сегодня на экранах киберспортивного клуба? No Difference. Эта команда нам уже знакомая, состоящая из русскоязычных игроков. И, между прочим, очень неплохих игроков. То, что мы видели до этого, нас приятно удивило. А вот соперниками их будут Wolf Players. И, судя по всему, это команда Wolf Players из Enemy Territory игры. Такой же крутой продакшн, пишет Рус. Сегодня, Артур, будет еще вишенка на торте. И я тебе сейчас ее продемонстрирую, дабы ты получил эстетическое удовольствие. Я уже использовал это ранее, но сейчас я буду использовать это пока что степ-бай-степ, но будем чаще это использовать. Все-таки уровень серьезный. Секундочку, сейчас покажу. Итак, значит, сейчас я выйду на Diabotical сцену, секундочку. Stream Deck. Киберспортивный клуб работает. Так что задействованы все лучшие мозги страны. Так. Буквально секундочку, переходим на сцену с Diabotical. И смотрите, какая ситуация. Вот я бегаю и стреляю. Выбираю рокет. Делаю выстрел. Много выстрелов. Предположим, это сделал игрок Магунард. А далее, при нажатии одной клавиши, я делаю вот такую вещь. И мы смотрим Instant Replay. Ну что, Артур, что вы скажете по этому поводу? Я знаю, что задержка 30 секунд, мы дождемся вашей реакции. И если момент уж слишком крутой момент, тогда позвольте сделать зум-версию повтора. Надо будет только в нижнем углу убрать это. Но здесь просто наложилось по времени. Хотелось бы, конечно, узнать у Артура, что он думает по этому поводу. И как это будет хорошо выглядеть, когда он будет играть дуэльную лигу. Так. Ну, добрый вечер всем. Эсксос, категорически вас приветствуем на Open League. Открытая лига. Поэтому, значит, давайте смотреть, кто нас сегодня ждет. Ну, Джей Рэмбо уже 240-я позиция мирового рейтинга Wipeout, между прочим. 9 минут до начала матча. Между прочим, Джей Рэмбо, какое приобретение для Магунарта и Skillful Games, и Бас Лавера. Товарищ 41% шафта показывает 47% рейла. Тайминг можно любой выставить, Трус. Значит, что касается Магунарта, он 269, Skillful Games 351. Вот, вы знаете, я жду, что будет хороший тимплей у RTCW, потому что, судя по всему, это такие старички, которые играли в Enemy Territory. Мы знаем, что среди нашего комьюнити по Diabotical, Quake и другим арена FPS играм есть представитель данного сообщества. Это небезызвестный хомяк. Многие его называют просто Hate Me. Андрюша Гусаров, Гусар Андреев, как вам будет удобно. В общем, он тоже из этих ребят. Ну, можно, кстати, у него поинтересоваться, может быть, он знает, кто такие RTCW. Но никнейм, название клана очень знакомое, судя по всему. Ребята непростые. Оуза, у него 38% шат, 50 реал. Ну, слушайте, я думаю, что сейчас будет посерьезнее соперник, чем до этого мы смотрели матч команды No Difference. Что вы думаете по этому поводу? Так, ну что, у нас 7 минут, по идее, до начала матча. Будем сейчас узнавать. Кто там в матч-лобби? Ребята уже в сборе. Я могу сказать, что ND Баславр сегодня будет, ND J Rambo, ND Magunard, Skillful Games. Судя по всему, No Difference выставляет свой сильнейший состав. Wolf Players пока что 3 игрока только. Крамс, Грейкос и Оузо. Ждем 4-го. Пока не ясно, кто будет 4-м в составе. Wolf Players. Давайте посмотрим, что по таблице. Важный момент. Значит, по таблице. Open дивизиона. No Difference на первом месте, у них 5-1 разница забитых и пропущенных, хотел сказать. Разница по картам. У них 5 карт они выиграли, одну карту проиграли, 5 очков в своей группе. Wolf Players сыграли 2 матча. Одну карту, один матч выиграли, один проиграли. Разница у них, ну, неплохая, 4-2. Значит, они выиграли 3-0 и проиграли 1-2. Вот так вот. Ваш покорный слуга, математика еще тот от бога. Значит, у них 4 очка. Ну, в принципе, здесь ровненько в группе А мы смотрим. Да? И вот третий тур. No Difference против Wolf Players. Уже кто-то Wolf Players одолел. Либо Пажама, либо Red Star, не знаю. Может быть. Во второй группе там Виндикта очень сильный и Джемми Манкинс. Джемми Манкинс мы вчера смотрели. Что вообще по лиге можно сказать? Сейчас есть информация по играм, которые будут в ближайшей перспективе. Сейчас я посмотрю. Где-то я видел такую подробную статистику. Выкладывал Рокси. Ну, пока что-то могу найти. Куда же он выложил это? Information. Может быть, в анонсмент? Нет, подкаст. Пока не вижу. Там была прямо подробная статистика. Ладно, бог с ним. Сегодня терпел и набирался опыта от 2 кругов карт с агентом. Относился к этому как к тренировке. Первый круг вообще не нервничал, второй уже подтильтовало. Работаем дальше. Красавчик, Артур. Вот терпение, труд, все перетрут. Это 100%. Главное только найти правильный подход к этому всему. Так. А потом можно спокойно уходить на пенсию с чувством выполненного долга. Так. И курить кубинскую сигару и наслаждаться просмотром, как играет уже молодежь. Попивая в Гаване, значит, мохито. Такой вот расклад. Так, ну что у нас? Ага, Магунар со мной связался. Большое спасибо Магунарту. У нас уже есть ключик от всех дверей. Это не может не радовать. Чё, кого? Врывается Алексей Кудас на стрим. Альбукерки 1437. Это коктейль такой? Я ни разу не пробовал. Ну что? Как вы думаете, опять победят No Difference? У них там сильный Каэсер, Магунард. Да и остальные тоже в порядке. Появился ли четвертый игрок? URTCW. Пока нет. Пока Оузо, Грейкос и Крамбос только. Так, ну что. Грейкос проигрывает подкидывание монетки. Да, коктейль. Там мед в составе. О, прикольно. Вывожу вам, получается, информацию. Хотя, наверное, лучше не выводить, потому что тут есть ключ. Поэтому не буду выводить информацию. А то я знаю, у вас среди нас наверняка найдется человек, который захочет отойти. Поэтому просто буду зачитывать, что происходит. Грейкос подкинул монетку, проиграл. Выпали Tails. Мы ждем, мы сейчас ждем. Чего мы ждем? Мы ждем, когда начнут пикать карты. Грейкос и Магунарт. Я так понимаю, это капитаны команд. Пока что ничего не происходит в Дискорде. Но киберспортивный клуб держит вас в курсе, как говорится, и напряжение. Будет у нас в четверг, помимо того, что будет очередной выпуск киберспортивной теологии, у нас будет также 4 матча лиги в одно и то же время. Вот как обидно. Но мы, наверное, сделаем следующим образом. Мы выберем какой-то лучший матч. Кстати, завтра играет Factory. Если я не ошибаюсь, завтра играет Factory. Мы Factory завтра посмотрим. Приветствуем Релла. Так вот, касательно матчей. Значит, у нас в четверг будет насыщенный вечер лиги Diabotical Wipeout. 4 пары встречаются. Где-то была вот эта вся информация, но куда же она делась? Куда же она делась? Я не понимаю, где же она была? На upcoming матче смотрю? Нет. Ладно, у нас тут начинается уже черкание, так что... Да, в четверг мы сделаем следующим образом. Выберем лучший матч из 4. Обязательно его захватим. Capture, так сказать. А дальше... О! И прилетает нам финансовая поддержка. Очень приятно. Сейчас ознакомимся. Ознакомимся с отправителем. Так. Так вот, касательно, значит... Касательно четверга. Выберем лучший матч, посмотрим его, но статистику посмотрим всех 4 матчей. Такой будет прямо ударный. Тоха отправляет 100 рублей, только сел поработать и почему на этот стрим. Если стрим мешает работе, оно ее работу свою. Вот так вот Тоха пишет, но Тоха молодец, честно говоря. Но... Посоветую Тохе все-таки продолжать работать тоже, чтобы была возможность, так сказать, поддерживать киберспортивный клуб. Благодарим Тоху. Хотелось бы узнать, кто такой сенсей Зилича. Сенсей Зилича отправлял 555 рублей 5 дней тому назад, но я пока что не в курсе, кто же это такой. Так, ну тем временем у нас на сервер уже потихоньку люди заходят. У нас Магунарт уже на сервере, Бас Лавер, Skillful Games и Джей Рэмбо. RTCW Greycos. Честно говоря, трудно произносить название этой команды. Как у них полное вообще название? Wolf Players. Давайте будем их Wolf Players называть. Wolf Players у нас Greycos и Оузо. Волки. Ну, может быть, просто волки. Волки против No Difference. Ну... Даже не знаю, как безразличие, да, то есть без разницы им. Нет никакой разницы. Ну, большая разница, маленькая разница, никакой разницы. Просто пофигисты против волков сегодня у нас, можно сказать так. СНГшные пофигисты против европейских волков. Примерно такая у нас вывеска сегодняшнего дня. Значит... Приветствуем Кьора, конечно, он, как всегда, с крылышками взлетает на стрим. Это его фирменный Conversation Starter. Так что я думаю, что уже есть болельщики даже персональные у команды No Difference, потому что команда интересная, ничего не скажешь. Это игроки из других дисциплин, которые вот ворвались в Диаботикал. Да, такое тоже иногда происходит. По нашей непроверенной информации от Алексея Кудуса, Магунард — это 10 левел Фейсета, что бы это ни значило, но, как мне стало известно, это значит, что это топ. Топ. Counter-Strike. Go. Магунард. Так, что по картам? Toy Fortress, Furnace и Sunken. Ну, классика, классика. Вы знаете, в Open League часто играют классику. Хотя нет, подождите, они вроде как не черкали ничего еще. Поэтому это может быть просто начало. CRMBS заходит к нам в лобби. Включу вам все-таки статистику игроков. Тут игроки, которые будут сегодня показывать скилл. Как вам классическое сопровождение киберспортивного клуба? Фоновая музыка. Слышал, что в колобках есть боты в каком-то режиме, но не нашел, как погонять роботов. Тоха, приветствуем вас. Спасибо еще раз за 100 рублей. Видимо, это вы, Тоха, пожертвовали финансовую поддержку киберспортивного клуба. Что касается... ботов. Я, честно говоря... Я бы с удовольствием имел возможность с ботами побегать, и мне тут много тестировать всего нужно. Худые, не худые там и так далее. Но пока, честно говоря, не понял по ботам. Просто бегают? Ух ты, так это классно. Боты игры... Вот в нашей игре боты нужны. То есть для батл рояля боты это плохо, а вот для нашей игры боты нужны. Для нашей прекрасной игры Diabotical, Absolute Future, как говорится. Потому что вы помните, в Quake 3 были боты. Это была важная составляющая игры. Итак, заходит последний игрок волков. Это QLTVI. Честно говоря, никнеймы знаю только Оузо. Вот Оузо знакомый для меня никнейм. Вы знаете, есть грек. Магунар спрашивает про Франкфурт. И вроде как сразу договариваются про сервер. Никакой машины не будет. Напоминаю, что у нас недавно был матч Factory плюс Forward. И там, конечно, была целая война за сервер. Но в конечном итоге все-таки выбрали Варшаву. Ну что, потихонечку мы будем... приходить на игровую сцену. Может, даже не потихонечку, а моментально. Как баланс звука, прошу предоставить вас информацию. Ой-ой-ой, у нас не загружен HUD. Секундочку. Spectating. HUD. Load. DVL. Так, вроде все нормально. Смотрим. Карта большая карта. Да только в разминке, ну да, в тренировке только. Ага, пока только в тренировке. Так, Магунар стоит на месте, чистит мышку. Оузу тоже. Кто бегает? Грейкос бегает. Что можно сказать? Сегодня мы будем частенько пользоваться моментальным повтором. Хочу от вас получить фидбэк. Как будет работать моментальный повтор по размеру, по всему. Вот примерно сейчас вам покажу, как это будет выглядеть. Вот примерно так. Также будет порой использован зум повтор. Вот это again, WhatsApp. Garlic, it's great to see you. How you doing? How is the weather? It's Diabotical. You can download it for free in Epic Game Store. I think you will like the game. And this is a tournament, so I'm gonna cast it. It's actually not a tournament, it's a league. Wipeout. I have a link in my panels for the Diabotical download. And what about Zoom one? So, this is a Zoom one, guys. Which one you like the most? Oh my god, the game starts and we have a replay. Whoa. I hope everything will be okay. Грейкос. Мы смотрим за Грейкосом. Чуть-чуть у нас получится будет реплея, потому что, дамы и господа, игроки начали чуть быстрее, чем мы ожидали. Ну, ничего страшного. Итак, греческий игрок Грейкос на ваших экранах. Хорошая встреча. Ой-ой-ой, тут почти выкидывает он скиллфула, судя по всему. Остаемся на Грейкосе, на Греке. Тем временем пошли предикшены. Или посему верховный модератор запустил предикшн. Слушайте, ну как-то... А, мы заметили, что вот эта команда No Difference, они, кстати, темп задают такой, спокойный. Играют аккуратненько. Я бы сказал, по Counter-Strike-овски. Тактически выверено. Вот. Мы видим, что Грейкос на самом деле как-то вальяжно тут бегает у нас на спокухе. Будем собирать информацию по повторам. Если что, будем их делать меньше. Так, Грейкос у нас отвалился. Баславр. Экхан за Оузо. Оузо проблемы. Но он тут встречает неплохой рокет. На самом деле неплохо. Отыгрывает у стеночки. Нет, все-таки смотрите, Оузо как хорошо сыграл. Экхан теперь у нас за Грейкосом. Это наш греческий друг. Но пока у него не очень идет. Нет, все-таки убежал. И Ханза Куэль Тви. Правда, сейчас его тиммейты подтянутся. Хорошо тут Куэль раздает. Тут уже его дожали. Давайте посмотрим за Могунартом немножечко. Игрок из Украины. Пока что показывает очень сильную стрельбу на лиге. Правда, вот смотрите, у него закончился шафт. 41%. Весь шафт он уже свой выстрелил. Как же он красиво меняет оружие. Техника рокет-джампа на высоком уровне. Fast switch. Оузо тем временем забирает Баславра. Так, ну расклад какой-то непонятный, честно говоря. Долгий раунд. Судя по всему, матч будет долгим сегодня. Ага. Могунар, какая пауза от него. Какая пауза на самом деле. Отлично отыгрывает. Так, тем временем у нас Экхан за Джей Рэмбо. И Экхан за Грейкосом. Грейкос часто остается один, он играет аккуратно. Пытается сейчас выкинуть, судя по всему. Ай-яй-яй. Нет, все-таки делает фраг. Тут Джей Рэмбо не разобрался. И сотка одна отмашь, но считанные секунды оставались на самом деле до респауна, но не получилось. Тут у нас больше всего дэмэджа внес Могунар. Давайте за Могунарта посмотрим. Интересный игрок. Я хочу отметить, что у него такой правильный рокет-джамп. Быстрый, резкий. Не знаю, может быть, он не высокий у него сенс. Часто у Counter-Strike игроков сенса низкая. Возьмем хотя бы Хрона. Он играл в Counter-Strike. Вот один из представителей Counter-Strike школы в Quake, добившийся высот. Он лоу сенса. Могунар, кстати, из той же страны, что и Хрон. Из Украины. Вообще, в Украине всегда было много, ну и есть большое количество Counter-Strike профессионалов. А вот Quake, вот таких вот прямо, таких, чтобы отметить, что ну, величайших игроков практически не было. Да, в отличие от Белоруссии, например, где был Keeper, Enemy, потом появился Cypher, и до сих пор он отлично выступает. Потом, после Сайфера уже появился Клавс. То есть в Беларуси традиции Quake очень-очень серьезные. Так, тем временем у нас мы тут отвлеклись на историю Quake. Возвращаемся к Диаботиклу. И вот Оузу. Мне интересен этот игрок, потому что мне этот никнейм знаком. Я, честно говоря, никак не могу вспомнить, где я его видел. Но совершенно точно видел. Вот. Думаю, что это какой-то олдскул. Ну, смотрите, играет аккуратно, кстати, он. Правильно. По мысли делает все правильно. Может быть, стрельба у него будет. Так, ну Коль ПВ. У него тут совсем мало ПП против троих. Но они, правда, тоже без особого армора. Ну, здесь переигрывает. 2-0 в пользу No Difference. Пока волки... Европейские волки пока, кстати, Оузы, это Великобритания, МИБС Великобритания, грек и немец. Интернациональный состав. Хотел бы сказать Европейского Союза, но Великобритания больше не находится в Европейском Союзе, поэтому просто скажем европейский состав команды волков. Неплохо тут, кстати, дерется Куль-ТВ. Ой-ой-ой, Джей Рэмбо ловит какие сотки. Очень часто грешит ваш покорный слуга и говорит: ой-ой-ой, надо от этого, конечно же, как-то отделываться. Остаемся на Коль-ТВ. Интересный никнейм, ничего не скажешь. Ну, шафт здесь, конечно, у него слабенький. 28%, это с таким шафтом, например, в мастерах бы сразу его сбрили. Здесь в Open-лиге еще можно как-то побороться. Временем, я так понимаю, что заливают в основном очки на No Difference. А у меня тем временем нужно поменять, кстати, расположение команд. Никто мне не подсказал. Никто мне не подсказал, но ничего страшного. No Difference. И... вот так вот. Все нормально. Продакшн был по фикшн. Впредь прошу зорких зрителей сразу указывать на такого рода проблемы. Так, что по дэмэджу? Магунар 3700, абсолютный он топ-дамагер на карте. За ним идет Коль-ТВ, немец из состава волков. Джерембо тоже неплохо на 3000. Ну давайте понаблюдаем все-таки за Магунартом подольше. Раз он и топ-дамагер, раз он так хорошо стреляет. 51% рейла, 44% шап для Open лиги. Это серьезная заявка от Магунарта. Забирает он МБС сейчас довольно-таки легко. Забирает информацию. И хорошо в спину заходит. Не может вообще с рейла Магунарт. Хороший дэш, на самом деле, вот здесь вот четко он прочувствовал момент, когда нужно воспользоваться дэшем и ускориться. За счет этого сделать хороший выход. Пытается он хилку добить. Но тут уже игрока нету. Ловит Грейкоса. Ух, хорошая серия фрагов от Магунарта. Ты должен забирать третьего. Достойно, я думаю, повтора. Хан за Грейкосом, но Оуза уже вернулся. Все время мы слышим Экхант, теперь уже новый Экхант, да, Коль-ТВ. Чекает Магунарт все точки. Пытается найти. Коль-ТВ, ну тут уже и Грейкос возвращается. Часто мы видим, как Магунарт быстро делает Weapon Switch. Это привычка с Counter-Strike. Напоминаю, что Магунарт — это фейсит игрок 10-го левела. И тем временем, пока мы тут за ним смотрели, он становится Экхантом. Европейцы борются. И тут он, неужели, заклачет? Но, судя по всему, он, конечно, по своему скиллу скорее подходит в Лигу мастеров, чем в Лигу открытую. Мы видим, как он легко... разбирается, на самом деле. Ой-ой-ой, нажал не ту кнопку ваш покорный слуга. Ну, ничего страшного, посмотрите момент Магунарта в зуме. Пока у нас тут разборки серьезные. Вернемся за Грекосом. Да, долгие раунды в этом матче. Ничего, дамы и господа, вы не пропустили. Грейкос аккуратненько прятался. Экхан за QLTV и победа 4-0 для команды No Difference. Мощно начинают. Следующая, судя по всему, Furnace. Магунард запрашивает рестарт. Будет какая-то пауза, судя по всему. Ну что можно сказать в целом по первой карте? У европейской команды Волков проблемы. Серьезные проблемы. Они проиграли 4-0. В принципе, я бы не сказал, что они уж намного... Ага, пошла информация, что Джей Рэмбо тоже лагает. Тоже просит рестарт. Угу. Да. Технические неполадки на линии у Магунарта и Джей Рэмбо. А мы наблюдаем за Оузо, игрок из Великобритании из состава Волков. Опять перезаходит Skillful Games. Теперь уже по очереди представители команды No Difference заходит и уходит с сервера. Приветствуем Лайтбосса, Вайслава. Ну что, ждем начала второй карты. Возвращается Skillful Games. Мне стоит обновить счет. У нас по картам 1-0 в пользу No Difference. Только что закончилась карта Toy Fortress. Те, кто только сейчас примкнул к своим мониторам и смотрит прекрасный вайпаут в компании киберспортивного клуба DMTV, сообщаю вам о том, что 4-0 команда No Difference одолела Wolf Players на Toy Fortress. И вот карта Furnace. Вторая карта. Ну и стоит упомянуть о том, что на лиге все матчи 3 карты. То есть независимо от того, какой счет будет на этой карте, третью карту мы все равно увидим. Ну смотрим за Озу. И по всему они любят синюю комнату вот эту, так называемую. Они топ. Ну, изначально, мне кажется... Ой-ой-ой, Магунард как улетел. Ну, тут странно, Озу долго соображал, что нужно переключаться на Ролган. Мог бы сделать красивый фраг. Но не в этот раз. Время переключиться на Грейкоса. Остается один MBC. Одного забрал. Неплохо. 1 в 2, но у него много хп было. Он Баславра тоже заберет. Ой-ой-ой. Ну тут уже... Слушайте, ну все равно молодец. Чуть-чуть, конечно, он... Не знаю, нужно было убегать. Я думаю, что нужно было убегать. Давайте посмотрим за Баславром. Игрок Российской Федерации. Пока по дэмэджу он второй в своей команде. Значит, Джей Рэмбо — это Великобритания, Баславр — Россия, Магунард — Украина, Skillful Games — Украина. Такой интересный микс получился. Общаются, по нашей информации, на английском. Игроки нам сказали, что общаются voice на английском. Но мне кажется, Баславр здесь должен был выходить с шафтом или с рокетом. Ну или с Void Cannon, но никак не с Рейлом. Хорошая игра от Баславара. Рейлган его бьет уже на 90. 95. И возвращается Басслауэр. Видит хилку. Атака на Оузу. Ну, тоже вот с випом, с выбором оружия Басслауэр удивляет. Не всегда, мне кажется, он делает правильный выбор. Но здесь все-таки добивает шотганом. Соперник хороший рейл демонстрирует, перестреливает своего оппонента. Но здесь его Грейкос, уже другой игрок. Раунды, да, не быстрые в этом матче. Экхан за Оузу. Один против троих, но я думаю, что сколько у него. Нет, я думаю... Ой-ой-ой, какой рейл. Ничего себе, Оузу по максимуму пытается дэмэджа тут влить, но тут просто количеством возьмут. Но дифференс. И как бы ни старался Оузу, раунд уходит в копилку, но дифференс. Джей Рэмбо. Сегодня мало за ним смотрели, а это один из лидеров команды No Difference. Кстати, вот 2300 у него дэмэдж на этой карте. Хороший показатель. Обычно мы не переключаемся после первой смерти в вайпауте. Все-таки 5 секунд. Ох, как он вырывается тут на Оузу. Ну, честно говоря, действия волков довольно-таки странные. Они не занимают никаких позиций вместе, да? Как-то боятся они соперника, играют очень с опаской, я бы сказал. Не думаю, что с таким подходом у них получится взять карту. Может быть, раунд зацепят. Пока даже раундом не пахнет. Так что вот так вот. Но Difference явно фавориты Open League вместе с итальянцами. Виндикта, но Виндикта находится в другой группе. Мне кажется, очень удачно админы лиги распределили команды. Практически безошибочно. Ну, может быть, Виндикта команда сильная для Open League, но посмотрим. Пока рано судить об этом. Грейкос. О, нет, здесь его просто Мугунард... спиливает, просто спиливает Мугунард сейчас Грека. И 3-0. Да, что касается стрельбы, Мугунард в полном порядке, мы уже это не раз отмечали. Да, вот смотрите, вот начинается файт. Сразу Грейкос растерялся. Не хочет, такое ощущение, шафтиться против Мугунарда. Мугунард, правда, тут получал дэмэджа от Грейкоса ракетами и решил тоже убегать. Да, здесь многие игроки долго тратят время на... О, хороший заход от Грейкоса. Отличная игра на самом деле. Делает он очень полезное движение такое агрессивное. Да, по рокетам Грейкос хорош. Стоит отметить. Думаю, что это его ударная сила. Джерембо. Неплохое комбо. Одно из любимых комбо в Квейке. Это Рокет и Рейл. Что по дэмэджу? 3300 Джей Рэмбо, 3200 Басслауэр. Skillful Games пока по дэмэджу проседает. И топовый дамаг у Мугунарда. У волков Оуза только кто-то показывает. Как раз давайте за ним еще раз посмотрим. Очень нравится. Здесь он поймал Басслауэра на движение. Удачно. Ну и еще из Skillful Games попутно забрал. Продуктивно действует Оузу. Двойной отхил ему. Двойной ахилл — это что-то из футбола. Затище, хорошо, сейчас регрупп делают No Difference. Обратите внимание, что в правом верхнем углу для вас мини-карта. Можете наблюдать за локацией колобков. Сейчас 2 в 3 ситуация. Но у европейцев совсем нету ХП. 25 секунд Оуза 1 с 77 ХП. Я думаю, что это 2-0 по картам в пользу No Difference. Тем более Оуза тут застрял. Да. Кстати, вот этот... застревание это оказалось результативным не в его сторону. И финальная будет санки. Но матч у нас будет быстрый сегодня. Завтра, кстати, играет Factory, дамы и господа, вечером. Так что имейте в виду. Хороший диаботик у нас завтра вечером ожидает. Думаю, что, может быть, даже будет состав попроще. Все-таки после победы над Плюс Форвард можно, я думаю, выставить не самый лучший состав, самый идеальный состав. Хотя я думаю, что у Factory, в принципе, любой состав готов выиграть любую другую команду. Поэтому здесь такой уж принципиальной разницы я не вижу. Все игроки очень сильные. Есть еще Вайсгени, который сейчас сидит на банке, ввиду того, что у него экипировка не позволяет участвовать в Лиге Мастеров. Но если он обновится, так сказать, улучшит свой компьютер, я думаю, что он может даже усилить команду. Давайте за Магунартом начнем. Думаю, что претендует он на звание MVP этого матча. Посмотрим, как отыграет последнюю карту Санкин. Неплохо ее переделали. Забыл цвет колобков. Магунарт сейчас целился в своих. До последнего не стрелял. Потом разобрался все-таки в конечном итоге. Так, ну жмут. Вот судя по тому, как развивается матч, мы видим постоянно, как просто зажимаются. Вот эти Wolf Players постоянно зажимаются. Я не думаю, что это вообще как правильно. Так, ух, какая сотка от Магунарта. Ничего себе. Ну здесь он на самом деле просто раздает волкам. Да, мне очень нравится его быстрый резкий ракетджамп. Я думаю, что даже Герой России мог бы у него поучиться этому. Ой-ой-ой, ну что ж, Магунарт разошелся. По-настоящему разошелся сейчас Магунарт, на самом деле. Это его первая смерть. Да, шафт на шафт. Магунарт выигрывает практически у всех здесь. В открытом дивизионе 41% у него сейчас. Пивается хорошо по Грейкусу и комбо. Добивочная с рейлгана. Все как по учебнику. Экан за Оузу. Давайте посмотрим, как он будет действовать в этой ситуации, когда все зависит только от него. Ну, скиллфула он тут более-менее принял. По славерам. Ну, слушай, не убьется Оузу хорошо. Все-таки, мне кажется, лидер команды волков. И в конечном итоге появляется его тиммейт. Так что засчитывается позитивное действие Оузу. Вот, кстати, сейчас шанс у волков взять первый раунд по прошествии 3 карт, потому что совсем никакие Джерембо, Баславр по ХП. Ну, судя по всему, не успеют, да, не успеют тут кто-то такой вытворить волки. Просто пропали с карты No Difference в нужный момент. Магунарт остается один. 14 секунд ему бегать. Ну что, 1 против 4. Уходит через дым. Вот его просто количеством берут. Ой, какие гранаты. Плазмоган, мне кажется, не самый правильный выбор в этой ситуации. все-таки нужно оставаться было на Рокете. И первый раунд, поздравляем волков, они берут первый раунд. И, кстати, начинают вести. Грейкос явно доволен. Пишет в чат он «Hey and yeah». Явно порадовал этот раунд Грека. Но у них в сухую точно проиграют волки. А чем черт не шутит, может быть, и карту возьмут. Гунард пользуется преимуществом шафта. Но Узу, смотрите, Узу вытерпел этот бой. Не так просто этот великобританец. Что по дэмэджам? Давайте. Гунар 2700, он дамажил практически, да, столько же, сколько Баславр и Skillful Games вместе взятые. У волков Оузу и MBC. Там уже неплохо себя чувствуют. Ну, хороших, даже с разворота дает хороший удар. Какой удачный рокет сейчас залетает у Рэмбо. Экан за Coil TV, но Узу возвращается через 2 секунды. Так, ну не будет. Будут вдвоем 28 секунд, ребята, из волков. А то как... Смотрите, по рокетам хорошо раскидал тут Баславара, на самом деле. Узу против троих, но он фуловый. А вот его противники нет. Судя по всему, он не хочет стреляться, он хочет просто убегать. Здесь шансов не было. 1-1. Быстро догнали его. No difference. У него, у Оза и 3300 Мугунарта. Да, Мугунарт продолжает, на самом деле, доминировать на карте. Практически не использует рокет Мугунарт. То есть его основное оружие — это шафт и рейл. Не видим мы, чтобы он... О, иногда бластер он достает. Интересно отметить, что... Но ни рокет, ни альт-оружие, гранаты он не использует, получается. Ган тоже не видели. Войд Кэннон тоже не его. Ну вот 16 хп, не знаю, мне кажется, его первая смерть, может быть, нужно было пойти и отдаться, он все-таки сохраняет. Инстинкт контрстрайкера Мугунарта все-таки присутствует, да? Жить до последнего. Здесь можно было попадать, но и так убили МБСа. Экхан за Оузу, но смотрите, у Оуза фул. Правда, сейчас Skillful тоже вернется, и 4 в 1, 9 секунд. Ситуация будет. Надо было Узу хотя бы одного забрать сейчас. Пока не получается. Есть уже по нему инфа. Ну, хотя бы дождался появления МБСа. Культивит тоже скоро возвращается. Ну, дают бой на последней карте. А, кстати, забыл обновить. На последней карте волки. No difference. Не сдаются, молодцы. Правда, здесь уже такая ситуация критическая для них. Оуза 44 хп, 1 против 4, 18. Я думаю, что это будет 2-1 в пользу No Difference. Тем более уже есть информация по Оузу. Особо, на самом деле, ну вот убегать не умеют. Нормально убегать не умеет команда Wolf Players. Бунар точно наиграл уже на MVP. Я думаю, 100% он будет лучше по атаке. Дэмэджа это больше, чем QLTV и Грейкос вместе взятые, например. Была инфа, судя по всему. Возвращается Магунард. Так, ну что, МБС, ну на самом деле он сейчас будет вдвоем с QLTV. Вообще не Форесты, да, согласен с Вайсловым. По в вайпауте такая ситуация, что если ты остался один, ну ты должен использовать руки-джампы, как-то убегать. Здесь мы этого не видим от волков. Опять Магунар тут зашавчивает европейцев. И Озу там страдает один. Думаю, что сейчас будет 3-1. А вот Озу, кстати, вот единственный, кто более-менее там пытается на самом деле показать. Подловы у него хорошие. Ну, максимум выжимала ситуация сейчас Оузу, на самом деле. Здесь просто уже нечем крыть, как говорится, было. Все-таки задавили количеством сейчас No Difference. И в шаге они от того, чтобы победить 3-0 в сегодняшнем противостоянии. Думаю, что будем сейчас, когда изучать статистику подробную матча, думаю, что лучший игрок будет в составе волков — это Оузу, а в составе No Difference, ну, это, конечно, будет Магунард. Пока что наметилось то, что он лидер команды No Difference по тем матчам, которые мы видели. Здесь врыв хороший от Оуза, но Джерембо все-таки его преследует. 40 секунд не будет Джерембо. Вот, сейчас момент. Грейкос должен, на самом деле, троих-то убивать по ХП. Но нет, он тут столько дэмэджа получил на ровном месте, что Магунард не может его спину убить. Да, поздравляем. Магунард делает последний фраг. Тем самым ставит точку, жирную точку в этом матче. No Difference побеждает 3-0. И подтверждают звание одних из фаворитов открытого дивизиона наряду с итальянской командой Виндикта. Пока что они смотрятся предпочтительнее, чем все остальные коллективы. Напомню, что в лиге по вайпаут 2 дивизиона. Один из дивизионов он у нас рассчитан на мастеров. Значит, такие команды, как Factory плюс Forward там. А другой дивизион для команд попроще. Вот в этом дивизионе как раз выступают волки и волки, прошу прощения, и No Difference. А сейчас мы изучим результаты с точки зрения статистики. Наше любимое занятие в киберспортивном клубе. Мы очень любим подробно изучать статистику матча. Так, первая карта у нас была Toy Fortress. Кстати, по пикам я так и не понял. Не было у них расклада. Они, видимо, черкали в лобби. Может, потом узнаем у Баславара или у Скиллфула. Значит, 4-0. Все просто было. Магунард, у него 4800 дэмэдж. У него нет дэмэдж 2000 плюс. Это замечательные показатели. И 44% шафта, при том, что он 3000 дэмэджа нанес с этого шафта. То есть не просто суперский стрелял шафта, да? Он еще и больше всех на всей карте из 8 игроков делал дэмэджа этим шафтом. Это очень важно. Совершенно точно на первой карте он абсолютный керри команды. Ну и его тиммейты на самом деле тоже в порядке. Джейрамбо нет плюс 800, Килфул плюс 700, Баславер плюс 300. Значит, у команды волков. У них в очень большом минусе Грейкос, на самом деле. Самый большой минусовой нет, минус 1900 практически. И у него, дамы и господа, у него 17% шафт, то есть человек вообще не стреляет шафта. Вот Магунард пишет: повезло. Магунард, поделись, пожалуйста, раскрой, пожалуйста, свою мысль, почему повезло? Что именно ты имеешь в виду, что ты вкладываешь в это слово повезло? По матчу вообще было ощущение, что вы на голову сильнее соперника. Значит, Грейкос не стреляет шафта, у него 17% шафт. Попробовал немножко пошафтить, не получилось, и решил стрелять с Рокета. Да, это в целом команда вот эта, они больше на Рокет уповают. Здесь более-менее сыграли сносно Оузо и QLTV. У них небольшой минус, там по минус 400. А вот Sierra MBS тоже минус 1600, это очень много. Но не так много, конечно, как Ресс. Они и демеджа мало несли, очень много получили. В общем, они матч провалили. Это фактор важный для команды. Здесь все сыграли ровный, Магунард в лидерах по демеджу и отличный шафт показал. Да еще при этом 52% реэла. Ну, кстати, не лучше у него реэл. Смотрите, QLTV, оказывается, у нас рейлганщик заядлый. У него 1800 демеджа с реэла и 60%. Угу. Идем дальше. У нас вторая карта была Furnace. Здесь опять лучший net damage Магунарта. На этот раз 1500, уже не такой большой, но все равно. И все в плюсе, кроме Skillful Games в команде No Difference. 53% шафта Джей Рэмбо. Вот такие вот мы видим иногда проценты шафта в Open League. Это, конечно, серьезно. Мы просто хотели быстрее победить, там в Apex обнова. А, вот такая информация, что, оказывается... да, сегодня же обнова в Apex, а Магунард, видимо, со своей командой играет на два фронта. И Diabotical, и Apex. Значит, и успели, судя по всему, успели к выходу обновы. Судя по всему. Так. Победить соперника. Значит, что тут еще? Все в минусах, кроме Олгуза. Надо отметить, что он все-таки в плюсе по нету. QLTV минус 1200. По Рокету Грейкос опять хорошо настрелял. Приветствуем Lex TV на стриме. Lex, как обстановка? Матч уже закончился, поэтому уже надо писать ГГВП, а не Good Luck и Fun. Но в любом случае рады вас видеть. Так, значит, здесь, да, Грейкос опять 23% шафт, но, правда, он совсем мало стрелял. Совсем они по шафтам слабые. На вайпауте очень важно иметь сильный шафт. Джерема 53%. Это серьезная заявка. Вот так вот могут некоторые. Магунард еще при этом 2500 шафта вливает. Дальше идет Санкин. Последняя карта. Здесь один раунд берут. Один раунд берут Wolves. Как они? Значит, в общем, волки взяли один раунд. И QLTV, у него опять неплохая стата, в принципе. Нет, хотя здесь большой у него минус нет. Минус 2000. Ну, слушайте, ну Грейкос игрок, который тянет на дно все-таки свою команду. Тут надо отметить, что у него минус 2300. На последней карте минус 116. Ну, и еще тут в большом минусе он. В целом, по результатам трех карт он плохо отыгрывает. Оуза единственный, кто хорошо отыгрывал в команде волков. Стабильно, здесь даже в плюсе. Молодец, старался, надо отметить это. И у него 41% шафт, достойно. 41% рейл. Да, вот Оуза явный лидер команды. Магунард здесь опять 2300. У него лучший net damage. Он совершенно точно был MVP этого матча. 40% шафт, отличный показатель дэмэджа. 300-600, 2200 дэмэджа с рейла. В общем, все четко. Магунард можем отметить в команде... No Difference Магунарта, а в команде Wolf Players мы отмечаем Оуза. В целом, по матчу можно сказать, что Магунарт был MVP. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию, дамы и господа. Завтра у нас Factory вечерком. по-моему, в 10. Ну и, скорее всего, будет еще Just Chatting, поэтому. Говорится, stay tuned, играйте в Diabotical. До новых встреч.